Сегодня 119-й день гражданской блокады Крыма. В Центральном штабе идут подготовительные работы к заседанию Исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар, который состоится завтра. К Чонгару, где располагается штаб, съезжаются гости из Крыма, члены Меджлиса, а также представители диаспор крымских татар со всего мира. Вице-президент Всемирного конгресса Ленур Ислямов рассказал об организационных мероприятиях предстоящего заседания. Назначать на последней шуре. Значит, мы в последней шуре определили то, что мы это будем проводить именно в Геническе. И это решение было политически очень правильно, я считаю, потому что очень многие крымские татары, где бы они ни находились, они должны приехать сюда сейчас, приехать к нам сюда на блокаду, которую устроили крымские татары, и почувствовать и пропитаться вот всем тем, чем мы сейчас здесь все пропитаны. У него будет несколько задач, одна из которых – это дать оценку вот действиям тех личностей, которые от лица разных организаций, в том числе, которые образованы сейчас уже в оккупированной, на оккупированной территории, ведут определенную деструктивную, мы считаем, в плане национальной политики, работу на полуострове. Вот это шура для этого и создана, для того, чтобы этим вещам давать общемировую крымско-татарскую оценку.